Привет всем, друзья! Сегодня покажу и расскажу, как сделать самодельный простой светильник из алюминиевой банки и куска проволоки. Кусок проволоки нужно согнуть английской буквы S. Лишний кусок проволоки оторву. Получился крючок. Маркером от верхней части банки до нижней нужно начертить линию. Теперь из начерченной линии нужно начертить большую римскую цифру 1. По начерченным линиям ножом нужно вырезать. Вырезанные места на банке необходимо развернуть. Получился отражатель. Также понадобится небольшая свечка. Низ свечки нужно подогреть, чтобы парафин расплавился и чуть-чуть накапал на дно банки. Свечу на дно банки поставить, чтобы она приклеилась. Колечко открывалки нужно выгнуть кверху. Пришло время проверить, как все работает. Свечу необходимо поджечь. Мгновенно начал ослепляющий свет поступать из банки. Сейчас я выключу свет и посмотрим, как она светит. Отражающий свет от алюминиевой банки работает как зеркало, фокусируя и увеличивая свет во много раз. Для наглядности я банку поверну в другую сторону. Получился отличный светильник. И никаких подсвечников теперь не нужно. Теперь в темноте, когда отключили свет, свеча слепить не будет. Светильник всегда можно повернуть в сторону. Этот светильник не только свет дает, но еще немного греет. И на улице меньше шансов, что ветром задует. Пришло время использовать согнутый из проволоки крючок. Крючком зацеплю за открывалку банки. Теперь эту лампу можно повесить куда угодно. Также крючок можно использовать как ручку, чтобы не обжечься. Так лампа выглядит в подвешенном состоянии. И не нужно переживать, что расплавленный воск куда-нибудь прольется на мебель. Он весь соберется и останется на дне банки. Кому видео понравилось, оцените лайком. Не забудьте подписаться.